Трагическое событие произошло в одном из парков Москвы. Беременная девушка, находившаяся на 6-м месяце беременности, каталась на карусели. После карусели ей стало резко плохо. Прибывшая скорая экстренно забрала девушку в больницу. Полиция сразу начала проводить проверку, как девушка на 6-м месяце беременности могла попасть на карусель, где человек испытывает повышенные нагрузки. На что диспетчер карусели пояснил, что он видел, как садится девушка, и он лично пристегивал ее средствами безопасности. Но он подумал, что девушка просто полная, у него даже не возникло мысли, что она беременная. Подруга девушки, у которой она проживает, рассказала, как все произошло. По словам подруги, девушка забеременела на студенческой вечеринке. Перебрав с алкоголем, ее беспомощностью воспользовались ее одногруппники. От одного из них она забеременела. Все, кто в этом участвовал, сказали, что они предохранялись, а вероятный отец ребенка – это их одногруппник из Камеруна, который был отчислен и уехал к родственникам во Францию. Родители девушки, узнав подробности, выгнали ее, оставив без средств существования. Делать аборт было поздно, и она решила таким способом избавиться от ребенка. Подруга пыталась ее отговорить, но у нее ничего не вышло. Сейчас полиция не понимает, как инкриминировать это дело. Если слова подруги подтвердятся, то девушке грозит уголовное заключение. Но на данный момент следователи не могут ее допросить, она находится в критическом состоянии.